Для того, чтобы научить программу делать что-то полезное, надо разобраться с сводным выводом. Для того, чтобы работать с сводным выводом, мы будем использовать библиотеку EOStream. EOStream – это стандартная библиотека C++, которая позволяет считывать данные со стандартного ввода и вводить данные на стандартный вывод. Для того, чтобы подключить эту библиотеку к вашей программе, надо добавить вот эти две строчки в начало каждого файла, где вы будете использовать стандартный вывод или ввод. Первая строчка подключает заголовочный файл, который соответствует библиотеке EOStream. Вторая строчка избавляет вас от необходимости указания префикса имен, которые соответствуют стандартной библиотеке. Стандартный ввод устроен достаточно просто. Нужно указать переменные, значения которых вы хотите считать, и дальше считать их из ключевого слова cin, которое соответствует стандартному вводу, при помощи оператора сдвига. То есть данная строчка считывает сначала значение переменной a, потом переменной b. Стандартный вывод устроен также. При помощи оператора сдвига, но в другую сторону, данные выводятся в ключевое слово cout, которое соответствует стандартному выводу. В данном случае в стандартный вывод мы вводим строчку a плюс b равно и значение выражения a плюс b. В конце в стандартный вывод выводится ключевое слово handle, которое соответствует окончанию строки, то есть переводу строки.